Это ничего, сейчас тебя поймают, Дим. Да нет, не должны поймать, я буду убегать. А! Да ё-моё! Да я поддался специально. Да, я тебя перехватил, Дима. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Секрет Форум, Радекс, Гусанёк, Васаби, Серега, Подлючка, пацаны, поздравайтесь. Привет, привет. Всем привет. Всем привет, чай поставьте. Сегодня у нас очень классная рубрика, мы все взяли кейсы и будем убегать от аниматроников с игры Security Breach Ruin. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Карта очень классно сделана. Здесь не так много места, но Серега уже всех убил. А кто умер уже? Вы, ребята, вы что, издеваетесь? Вы что так быстро умираете? Вы чего? Это не я, Дим. Так, пацаны, кто первый умер, тот лох. О, хорошо. А чего вы тут встали? Он же вас убьет на расстоянии. Вы зря туда ходите. Не беги за мной. Надо сразу вот так стоять, где можно убегать в разные стороны. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снимать что-то очень веселое и классное. Так, 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 он идет к нам. Беги, 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 быстрей. Ребята, я крутой. Упал кто-то. Ну, ребята, ну вы чего? Да я. Ну вы что, издеваетесь, пацаны? Лошара, Радекс. Так, я здесь буду стоять. Им Серегу на подписке. А я его не слышу. Где он ходит? А ну, инфу дайте мне, пацаны, пожалуйста. Он за мной бежит. Давай, мочи его, мочи. Все, минус, минус. Да вы что, издеваетесь? Вы что так умираете быстро? Ребят, меня вас... Так, я буду здесь стоять для того, чтобы можно было разные пути отхода. Вверх можно, влево и вправо. Блин, я еле его увидел. Быстрее, беги. А, их уже двое. Блин, я упал. Ну, блин, то я хотел еще... Ну, ничего, ребята. Беги, беги, беги. А, ну ты разрешаешь еще повыживать? Хорошо. Да, да, да. А я специально проверил, видишь. Да я врезался тут. Когда играешь за NPC, когда вселяешься в него, как-то отталкивает немножко этот... На расстояние определенное. Смотрите, я могу прыгать, ребята. Я перепрыгнул. Всё, минус, минус. Кто это прыгнул? Ага, Гусанёк. Ну, блин, ну Гусанёк. Я хотел эпика. А, ну видишь, у тебя не получилось эпика. Так, я теперь смогу перепрыгивать углы. Это очень круто сделано. Смотрите. Угол. Хоп, перепрыгнул. Отлично. Отлично. Пойдёт. А, кто-то упал. Ребята, ну что так легко? Ой, что так сложно? Дима, я, кажется, за тобой бегу. Повернись. А это не я. Это я. Это ты. Давай, мимик. Нет, мимик, отвали. Это васаби. Ребят, отлично. Блин, классно, быстро бегаю, кстати. А это ничего, сейчас тебя поймают, Дим. Да нет, не должны поймать, я буду убегать. Очень быстро. Кто со мной? Ванесса, беги. Ой, Кейси, мне хочется Ванесса все достать. Да ё-моё. Да я поддался специально. Да, я тебя перехватил, Дима, специально. Ой, блин, ты сейчас туда побежал. Я не знаю, мне вселяться или нет. Мне кажется, вы и сами поймаете эту Кейси. Давайте посмотрим, как она будет сейчас сливаться. Так, бежит прямо на аниматроник. Молодец. Вот так, значит, можно было. А я лох не догадался. А ты как лопух, Дима. Да я специально, видишь, проверял, тоже шаришь. Давай, Кейси, беги. Да блин, на... Да как ты меня убил на расстоянии? Все, минус. Извини, Кейси. Че, всех убили? А что происходит? Второй раунд начался. Давай, покажи аниматроник. О, кто-то маску одел. Прикольно, даже маску можно одевать. Это я одел. Пару, не бей меня первым, пожалуйста. Пацаны, давайте не поддаваться в этот раз. Дим, а я на вот эти желтые штуки не могу запрыгивать. А чё? Все. Ну прыгать не буду, потому что он не может. Ну ты можешь на расстоянии убивать. Ну да. Не бей фару, у меня же хороший, я ж твой друг. А где он вообще? Я его не вижу, кстати, это очень странно. Вон. А, вижу. Серега, ты маску одел, да, на себя? Да, я маску и с фонариком бегаю. А ты как это сделал? Через С, да, выдал сначала себе все? Да, С, там нажал на нее, изменил группу тела и все. Молодец, Серега. Пацаны, давайте, он еще никого не убил. Давайте сделаем так, чтобы он прям реально не мог никого убить. Он за мной бежит. Блин, это страшно. Он за мной. Отлично, я убежал. От судьбы не уйдешь. Нет, я уйду от судьбы. Все, он не достал меня. Блин, прикольно, да, ребята, за NPC управлять? Серега! Да, прикольно. Чу, блин, я думал, ты вниз упал. Что ты думаешь, я додик какой-то? Нет, я это, матерый. Матерый додик. Все, пацаны, он уже минуту никого убить не может. Давайте делаем так, чтобы он прям вообще не мог никого убить. Кто умрет первый, тот лох. О, давайте, прям вообще неумеха, который вообще в Гаррис мод и нуб.
Рукожоп Жопович фамилия. Согласен, Серега, поддерживаю. Я другого возьму. Ну давай, давай. Я знал, что ты за того аниматроника ни у кого не убьешь. Бери еще медленнее. А мы будем с тебя угорать. Зря ты его сказал. Зря ты сказал это, Дима. Сейчас он возьмет Бонни. Не, а Бонни медленный. Не, Бонни быстрый. Зато Чика быстрая. Так, я вообще аниматроника не вижу. Где он? О, я буду на подкрадулях идти, смотрите. Все, Чика вышла на охоту. А, я еле убежал. Серега! Дима, она за тобой. Она не догонит меня, очень быстро бегаю. Она как зомби. Здесь надо прям подлавливать. Да-да-да, аниматроник зомби. Беги, Кейси! Отлично, отлично. Ну, Кейси! Ладно, давайте по три жизни. Когда падаешь, три жизни есть. Потому что я чувствую, все сваливается. Немножко неудобно управлять ребята NPC-шками. Надо привыкать. Можно, кстати, от первого лица делать. Я даже... Кстати, сделайте от первого лица новое, и можно руки и ноги увидеть свои. Реалистично. Да, это очень круто сделано. Так, никого не убил. Вы представляете, как это смешно? Серега, ты прям хорошо играл, я тебе скажу. Это тяжело очень. Да какое тяжело, ты не умеешь играть. Давайте, Кейси, бегите все. Серьезно тяжело? Я ж каким-то образом Кейси убивал. Ну да. Взяв медленного аниматроника. Там попадали. Ну я вообще-то дал шанс людям. Так возьми другого. Ну? Если ты не можешь, если ты рахит, бери другого. Ребята, настроение... Отличнейшая, да, Серега? Да. Вот походу рукожоп Жопович нашелся, Дима. Вот он. Это гламрок Чика сломанная. Ну, давай учитывать, что в этом раунде, когда мы играли первым, он был последний выживший. Значит, как за Кейси, он хорошо убегает, но догонять не умеет. Форум, кстати, вот насчет РП, вот молчи. Первого тихо. Убил. Да ладно, ну блин, так, ну рады. Молодец. Вот и нашелся, вот и нашелся. Рукожоп, Рукожопович Иванович. Рукожоп. Кстати, знаете, как у него фамилия? Рукожопченко. Рукожопченко Абрамовченко. Так, два аниматроника, ребята, теперь уже будет намного сложнее. Надо прям очень сильно выживать. Все, хорош, хорош. Да ладно, вы что, изговорились? Радекс плохой человек, он на меня сверху спрыгнул. Давай, Серега. И что? Никого это не волнует. Окружаем их, Радекс. У вас не получится. Ой, отлично! Да ладно, опять кого-то убили! Да ну, пацаны, вы чего? Знаешь, что, Серега, я выхватил? Вот эта тема, когда ты наверху спрыгиваешь вниз, это очень круто, кстати. Да. Но она и против тебя может работать, Дима. Я убежал, я убежал! Блин, это стрёмно! Задей тебя, Чика. Я вижу, я слышу. А, там мимик за тобой. Серега, я обманул их всех. Вот это красавчик. Блин, классно играть за NPC-шки. Монтяра там бежит за кем-то. За мной. Блин, в воздухе! Нет, я живой, но меня убили! Да ладно! Блин, это было очень стрёмно. Начал убивать, я вниз упал. Три жизни дается тем, кто упал. Да-да-да, давайте, чтобы было поинтереснее, потому что даже я могу упасть. О, гусанек. Отлично. Серега, мы с Харвой хорошо играем. Да. Мы вам поддаемся. Да ладно, ну не ври, ну зачем ты врешь? Я не вру. Не надо. Ай! Кейси, беги! Я съел. Блин, да я Иди в жопу! Да я в воздухе проиграл! А кто остался? Кто остался? Я остался. Давай, я Серега, беги! Беги, беги! Кто остался? Я один? Секрет, ты один остался. А не, вдвое. Я убил. Так, давайте понаблюдаем, как Серега играет. Так. Сережечка, у тебя же есть, если ты не падал, можешь спрыгивать, у тебя есть три жизни. Ты не на меня смотришь, Дим, ты не на меня смотришь. Ай, да. А это кто сейчас проиграл, не ты? Секрета убили. Я жив. А, то маску тоже кто-то одел просто. Я жив. Я бегу пока что, Дима, я живу. А, вот, я вижу, ты бежишь, да-да-да-да, давай. Падай вниз, если что, если у тебя три жизни еще не потрачено. Вот, молодец. Серега, молодец, правильно. Сколько ты раз? Это первый раз ты упал? Нет, это второй раз. Еще одна жизнь, Серега, еще раз можешь свалиться вниз. Я даже не буду усиляться пока в аниматроника, потому что и так очень будет сложно, Сереге. Давайте понаблюдаем, как он будет играть. Это очень Дима, круто. Я бегу. Я вижу. Давай, Серега, я в тебя верю. Кейси, давай. Беги. Ну, есть. Ай, блин, надо было вниз падать. Зажали. Серега хорош.
Да. Я выжил. Пока мне Серега больше всех повыживал за Кейси. Так, теперь этот раунд, когда я буду играть за аниматроника, и посмотрим. Так же сложно, как говорят, или легко? Давайте проверим на своей этой шкуре. Да. Три, два, один. Погнали. А за кого он? Я не вижу. Эх, успел вселиться, успел. Я уже думал, сейчас замочу. Так, давайте будем подлавливать. Сейчас будем какую-то определенную тактику вырабатывать. Так ты заяц, оказывается. Так, так, так. Заяц, бежит, бежит, бежит. Заяц, волк. Да ты кролик, ты стай не парень. Ребята, вы говорили сложно, да? Радок всегда первый раз. Ну, Радок, ну скажи, что у тебя опять зависло. Это хорошая отмазка, мне она нравится. Я попытался заскамить. Радок, я тебя верю. Заяц, волк, Дима. Ух, меня Дима еще не видит. Ребята, еще одного убили! Да ладно! Пацаны, вы че? Это сейчас будет самый быстрый раунд, который мы играли. Это пустая Кейси, там никто, никого не было. А, пустая? Да. А это возможно пустая Кейси? Пустышка, Дима, да. Отстань от меня. Это ты, Серега? Нет, я тебя не пущу. Блин, я упал. Серега, молодец! Это не я, это. Это не ты был? Блин, я думал, это ты. Нет, ты сначала за мной гнался, потом ты переключился на другую Кейси. А кого я убил? Никого. Я остался я в понял. Так, 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 давайте наблюдаем. Вон двое Кейси, погнали туда. Заяц, волк, заяц. Так, 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 окружаем, окружаем их. Давай сюда. Бани хоп, это такая... Ну, ну, еще чуть-чуть. Есть, молодец. Во-во-во, это Серега. Это Серега, это не Серега. Так, 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 так. А, он уже готовится прыгать. Так. А я сейчас на расстоянии попробую убить. А что вы там стоите? Пацаны, идите помогайте, тут две Кейси в углу стоят. Я их не пускаю, ни туда, ни туда. Иди ты, я убегал. Я убежал. Так, отлично, хочу обмануть их. Так, давай сюда, 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 сюда. Манка. А, манвей. Ой, чуть не упал, чуть не упал. Блин, это заяц как-то странно бегает так. Заяц. Нет. Серегу заклинило немножко. Вот и сколько тут бегает Ванес. Пацаны, идите сюда, давайте помогать. Блин, я сейчас драка. Есть, я убил кого-то. Отлично, ребята, все больше и больше аниматроников. Меня пугают эти микролаги, потому что если у меня сейчас микролаг случится, это вообще жопа будет. А из-за чего микролаги? У меня был не микролаг. Да небольшие. А, есть, да, такое? Небольшие такие, да. А, это Кейси пустая стояла. А, Серега, это за тобой гонит? Это Монти за тобой гонит, да? Монти! Так, 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 давай сюда. Стоять! Стоять, кого я говорю! Я поймал, я поймал! Ребята, секрета замочил. Ну, блин, все лучше и лучше мы играем. Этот раунд вообще интересный. А кто говорил, что сложно убивать? Я так и не понял. Легко же вроде было. Я остался, я остался. Ты последний. А, Дима, я живой. Я свой волос загасил. Серега, а где ты? А я вижу тебя. Да не мочите меня! Ну зачем вы меня мочите? Я ж свой. Дима, а ты летай, смотри, где я. Да, давай будем уже наблюдать, как ты играешь. Мне даже интересно наблюдать, как Серега играет. Это очень круто смотрится. Так, давай, Сережечка, я в тебя верю. Так, молодец. Отлично. Красавчик, побежал. Не будем мешать ему. Ты видишь, да? Да, я смотрю за тобой. Вот ты в углу. Прыгай вниз, если у тебя три жизни. Ты так сделал, чтобы они друг друга убили? Да. Серега, молодчик. Хорош, хорош. Так, 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 так. Так, только не мешайте ему. Я один раз прыгнул, я один раз. Так, еще две жизни есть. Ребята, блокируйте ему прыжки. А так нечестно. Не, нормально, еще раз. Я второй раз. Все, ребята, если сейчас он упадет, то все, он проиграл. Только дайте ему фору, чтобы он выбрался. Смотри, они меня окружают. Ну ничего, ничего, Серега, давай ты выйдешь, они тебя пока мочить не будут, вселяйся. Так, я выйду сейчас. Так, давай, давай, давай. Выйду. Отойдите, отойдите, отойдите. Все, давай, 3, 2, 1, погнали. Серега, Серега, ну, давай, 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 давай. Блин, ну тут сложно по этой карте выживать. Когда мы вчера играли, было как-то легко. Друг друга мочит, Серега, ну как ты это делаешь? А попробуй на этом островке как-то запрыгнуть и проверить, смогут они тебя убить или нет. Интеллект аниматроников. Могут, они могут, смотри. Так, давай, Серега. Да блин, у меня зачем? Я же камера летающая. Все, убили Серегу. Да ладно, Серега. Я дольше всех, Дима, пробежал. Да, Серега вообще хорош. Серега, ну ты победитель в этом ролике. Ребята, мы решили сделать последний раунд. Это PvP. Каждый сам за себя. 3, 2, 1. Погнали. Кто проиграл, уже не участвует. Просто наблюдает. Секрет. Ой, молодец, Сережечка. Ну что ты?
А боже маленького. Не, я живой еще. Ага. Я вот стою здесь, по красоте. Я вижу, он бегает. Так, сейчас они все друг друга помочь, это я один останусь. А вон аниматроник стоит. Так, Серега, бомба пока осторожно. Так, ну что, аниматроник, стоять, иди сюда, иди сюда. Я смотрю. Я убил тебя. А чё я не убил тебя? Я же нажал первый удар. Я первый. Все, гусанек выиграл. Гусанек, ты победитель? А, нет. Вот еще живой. Один. Подлючка или гусанек? Я думаю, что гусанек выиграет. Далее. Да, он все. Выиграл. О, блин. Все. Ну, гусанек, ладно. Ну ты, я знал, что ты читер. Ты всегда водишь на читы команды. Я просто проиграл. Если вам понравилась эта серия и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну, всем отличного настроения. Всем пока.